будучи в Китае, в 2009 году, в сентябре месяце, приобрел вот такую вот мухобойку. Я летом, когда много комаров, пользуюсь ей. Прям она у меня лежит на тумбочке около постели. Сколько комаров я ей загубил, невозможно. Но факт, что 2-3 комара у нас залетают, бывает. Я их убиваю и все, и сплю спокойно. Мух бить ей неудобно, даже на стекле. А вот с комарами справляется исключительно хорошо. И вот все, с 2009 года прошло 12 лет. И разрядился аккумулятор. То есть зарядки хватает буквально на ночь, и все. Так, сейчас посмотрим, вам интересно. Есть обычный цилиндрический. Я найду. У меня есть и 3,7 вольта, и 1,2 вольта. Так, вот кнопочка. Вылез, но это все, это вот отсюда она, кнопочка, она выскочила, потом мы ее поставим, тут микрик этот, так, включаю, это бобина высоковольтная, и вот тут два аккумулятора вместе, 2,4 вольта, по 300 миллиампер, вот, надо будет замену подыскать, и тогда мы подпаяем и соберем. Если аккумулятор у вас заряжен, то будьте осторожны, потому что может долбануть высоким напряжением, если будет включено, закоротите что-то. Я уже сказал, что аккумуляторы подошли для телефона, которые идут, вот эти вот аккумуляторики. Стоит на Алиэкспресс там 180 рублей. А на Озоне 240 рублей такие же есть, и не надо мучиться, как я мучился на Алиэкспресс, мне спор пришлось открывать. Так, смотрите, вот зарядил, еще не паял, вот включаю, нажимаю кнопочку, все аккуратно надо делать. Видите, пробой идет. Значит, здесь надо пленку подсунуть, отключаю. Вырезаю вот прямо из него толстую пленку, сюда вставляю. Ставил уголок пленки, включаю. Так, это вот выключено, это вот включено. Нажимаю, вот не искрит, а здесь... Пробило чуть-чуть. Так, все нормально работает, все собрано, все везде спаяно, заизолировано, потому что пробивает нехило, больно, очень больно. Ну вот, собрали, значит сейчас отключено, кнопочку нажимаю, светодиод не работает. Включаю, свет идет, работает, все. Все работает. Держитесь, комары!